Вот так вот. А вы смотрите Perpetuus Play. Меня зовут Саша, и мы продолжаем выживать в Don't Starve. Поехали. Значит, чего нам нужно? Первым делом мне надо свалить отгончик, да? Хорошо, сейчас прямо свалим. Или да, или нет, или да, наверное. Скорее да, чем нет. А знаете что? Мне надо, наверное, плыть либо сюда, либо сюда. Лодка у меня, конечно, так себе, но что поделаешь? Других вариантов я не вижу. Я надеюсь, сейчас мы это сделаем, осуществим, так сказать. Так. Где она? Ну где же? Вот. Так, это вроде не та. Там у меня с фонарем была, кажется. Или та, или не та. А где лодка с фонарем, а? Ай, ну естественно вы прибежали. А ладно, хрен с вами. Ждите меня здесь. Я вернусь и с вами что-нибудь придумаем. Конечно, вы успели. Ах ты, тварь, а. А, вот лодка с фонарем, да? Ну ладно. Сейчас разберемся с тобой. Подлюка. На. Ага. Ай-яй-яй! Сучонка. Да-да-да, я забыл надеть броню, называется. Так, ну где ты, где ты? Ага. Ага. Мясо только не ешь мое. На тебе. На. Да сколько вас тут вообще собралось, а? На. Мясо все съел, да? Сучара. И плавников из вас больше не выпадает. Ну ладно. И зуб, да? Так, Покимыч, тебе мы отдадим, наверное, это дело. Это дело, ну и все, наверное. Эх, тыквы надо было бы посадить, ну ничего. Я думаю, они не успеют помереть. Так, и это не та лодка. Плыву, блин, себе без печали, это не та лодка вообще. Я хотел на эту сесть, на нормальную. Давай, садись, она вроде как получше будет. Не намного, но фонарь стоит. И молния по нам лупашит, и все. Насколько я помню, у меня ни здесь нету ракушек. Ну, в принципе, может быть, я еще не настолько перегрелся. Может быть, все нормально будет. Я на это надеюсь, по крайней мере. Естественно, здесь еще и скунсы эти дебильные. Поймал волну. Ай ты, зараза. Только не выныривай. Будь там, где ты есть. Надо же было думаться, сделать скунсов подводными. Вообще. Атас просто какой-то. Так, ну а теперь строго вверх. Конечно, уже вечер. Ну что, я буду спать, если что. Так, я бы надел резиновую броньку, но, блин, мне нужен рюкзак мой. Без него все будет худо. Худо-юдо. Это еще один остров? И тут есть пчелы даже? Нихера себе! А кто мог подумать, а? Кто бы мог подумать? Он весь зеленый. Недостаточно. Да ладно, одень тогда. Нифига себе, это остров с пчелами. У меня прям под носом был. Это просто какая... Сладкий картофель здесь. Но я пока не буду его копать. А то еще испортится. Капец, здесь куча сладкого картофеля. Может быть, даже мандрагора будет? Нет? Я так понимаю, пока вот такой сезон с этих ульев ни хрена не будет, да? Это офигеть. Здесь и бабочки. И трава. Блин, это капец просто. Как это так? Я его тогда обходил стороной, а? Здорово. Ну ладно, тут будет жрачка про запас, да? Короче. И он еще и большой какой, а? Посмотрите. Офигеть.
Вот это я даю. Здесь картошки, море, просто море. Хотя ладно, соберем, немножечко соберем. Так как у нас тут не особо ахти, а может быть она в дождь будет расти хорошо, то соберем картошки. Хотя не всю, оставим про запас. Цветы собирать не будем, наверное, или соберем. Не, наверное, не будем. Рассудок у меня не повысится, я думаю, благодаря венку, когда такой дождь лупенит. Только хуже будет. Опа! Это было лихо. Это было прям очень лихо. Так, хорошо, этот остров очень даже здоровский. На самом деле, прям отличный. Здесь есть очень много картошки, очень много цветов. Так, а где я оставил свой рюкзачок? Вот здесь. Здорово. Здорово. Так, съешь, наверное. Ну ладно, свой страх и риск, да? О, хороший, чили вообще хорошо дает. Отлично, как я его приготовил, так хрен теперь вспомнишь. Надо же такое, блин, найти такой остров шикарный. Случайно причем. Совершенно. Так, и что же, мне нужно спать, да? Жрать и спать. У Уилсона такие прерогативы. Лови волну. Лови, лови, лови волну, лови. Так, 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 только не набирайся, не набирайся, я тебя прошу. Много воды, это будет плохо. А у нашего корабля уже совсем не ахти со здоровьем, да? Прям-таки вообще. Но ничего. Мы уже прибыли. Сейчас прямо здесь разведем костер. Ну-ну-ну, давай. Прибыли. Разводи костерок прям тут. А чего нельзя-то? Зараза, он сейчас потухнет очень быстро, да? Там вода. Прыгни на лодку и выключи фонарь, пока еще он хоть что-то может. Так, ну что ж, ночь уже почти вся закончилась, да? Тогда будем разжигать древесинкой, наверное. Потому что это горит как раз столько, сколько мне надо. Так. Ладно, значит, первым делом. Давай сожри. Где тут? Где моя веревка? Вот она, веревка. И давай спать. Естественно, пришел. Я не успел, и он пришел. Подлюка эта такая пришла. Конечно. Такое всегда бывает, когда я не успеваю. Так, все хорошо, тут никого нету, спи. Блин, светло же, да, точно. Зараза. Ух ты, тварь. Так, а мне бы здесь порубить бы и заодно поставить ящик с делами, с моими, с инструментарием. Мандрагора заново не вырастет, это жаль. Кстати, картошка-то заново тоже не выросла, посмотрите. Нету ее здесь. А плохо. Вода прибывает. Я знаю, что вода прибывает. Рассудок убывает. Вот это вот значительно хуже. Ладно, давай рубить. Апаким, а что с тобой случилось? Ты какой-то стал темный. Переходишь на темную сторону, что ли? Это плохо. Прям вообще не ахти. Да, это мое все, это все мое, яйцо даже мое. Знаете, что мы сделаем? Картошку соедим. Едим картошку, я говорю тебе, одну. Но этого не поможет, потому что Пакиму надо дать это дело. Где ты, где ты, где ты? Иди сюда, падла. Бабочка, ты остановись, пожалуйста. Как она вообще летает в такую погоду, а? Да куда ты пошел, а? Во! Нет, мое! Только не начинайте меня колдырить своим говном, блин. Суки, да вы охренели, нет! Хватит!
Пошли в задницу все. Суки, а? Хватит меня фигачить. А, это еще дерево. У меня и так ноль. Что ты с меня хочешь? Хватит кидаться говнищем. Они потом его заберут. Да, это все говно свое. Кстати, я же сюда пришел за ракушкой. Которая здесь где-то должна быть, по моему разумению. Если здесь ее не будет, это будет очень круто. Потому что рассудок мой просто на грани истощения. Точнее, он уже истощился. Я на грани истощения теперь. Суки, и метка ж кидает. Подонки. Да, здесь ракушки тоже нет. Вообще. Ну просто вообще. Знаете что, надо валить отсюда. А у меня лодка нормальная? А, нормальная. Так себе она нормальная, но я успею доплыть сюда. И поплыли. Я надеюсь, что я успею туда доплыть. Рассудком беда, капец. А по какому принципу появляются эти твари вообще темные? Если их так можно назвать вообще. Так, должен же доплыть, да? Против течения. Плохо. Но я должен. Я знаю. Что ты мне хочешь с этим сказать? Я знаю, что стемнеет. Я все понимаю. И без тебя. Ай-яй-яй. Воды я набрался. Просто полные трусы. Просто. Я прям как водяной. Все. Есть. Давай спи прямо здесь, на краю. Отлично. Так, 35, да? 35, это, конечно же, мало. Конечно. Оу, а здесь трава вообще есть или нету? Я вот что зря сделал-то. Я не взял... На чем я буду домой возвращаться, я не знаю, потому что... Охренеть, блин. Откуда они здесь взялись, а? Это просто офигительно. Ладно, знаете, что мы сделаем? Мы сделаем плот. А, нет, у меня же есть лодка, точно. Я про нее совсем забыл. У меня есть лодка. Эх, не хочется с ними связываться сейчас. Давай. Поехали, Пакимыч, поехали, поехали отсюда. Вплавь, ну и хрен с ним. Знаете, куда мы поедем? Вот сюда мы поедем. Там у нас пауки, да? Посмотрим, как они себя чухают, там эти пауки. Да-да-да, да-да-да. Так. Для спальника нам нужно очень много этого самого, травы. Которая у нас уже заканчивается. Ну ничего. Надо жрать. Кстати, да. Какая-то такая отвязная серия получается прям. Это будет веселый сезон. Точно. Точно вам говорю. Веселый, веселый, превеселый сезон. Парус я не могу сделать. Это очень плохо, конечно же. Кто мне тут пишет? Пустая? Ладно, возьми. Мало ли что. У нас есть море картошки. Надо ее потихоньку начинать жрать. Наверное. Мне, кстати, сказали, что отсюда могут появляться киты. Типа, если что-то там исследовать их, то можно выйти на след кита. Как это сделать, я вообще не знаю. Сейчас поспим, сейчас поспим, Вильсончик, подожди. Еще ночь не наступила, чтобы спать, понимаешь? Вот. Только не промокай, хорошо? О, это то, что надо. Это то, что надо. Ой, картошечка здесь есть, отлично. Да, только сильно не промокай, хорошо. О, комары, это вообще то, что не надо. А может быть, я здесь и парус себе сооружу. Может быть.
Может быть. Руби ее. Ай! Сука! Все, сломал. Зарубился. Давай-ка. Только не падай на голову, пожалуйста. Не падай. Не падай, говорю, на голову, сучонок. Ай, и почему дважды упал, а? Козел. Ешь. Так, что мы тебе дадим? Пока что дадим тебе вот это. Так, хорошо. В принципе, кокосы мне тоже пригодятся. Так, все, спать. Вилсон, спи. Так, хорошо. Понижается, значит, да? Не понижается, нет, все хорошо. Тут я кострище сделал за каким-то хером, не знаю за каким. Что нужно на парус? На парус нужно 4. Да я его в жизни не сверу 4. Ты что? Так, одень броню. Может быть, меньше рубанет. Только не падай на меня, пожалуйста. Убьет же. Ну же, давай. Все, молодец. Так. Ох ты, падла, а! Какое же ты падла. Покимыч, собираем это в тебя. А, в тебя некуда? А что у тебя? Ай-яй-яй. Еще и отравить сейчас. Покимыч. Вот так вот, да? Это просто какой-то атас. Знаете что? Тут больше нету пальм, да? Парус отменяется, ладно. Сейчас пойдем заценим, есть пауки или нету, и будем сваливать отседова вплавь. На свой родной остров, собственно. Сделай веревку и еще один спальник. Потому что мы будем спать. Я собираюсь... Оу, да здесь хорошая штука растет. Просто замечательная. Как бы мне ее зарубенить? Я не знаю. Здесь даже две эти штуки растет. Ладно. Нет, в этом состоянии я здесь ничего не сделаю. Поким, сваливаем. У меня слишком мало жизни для этого дела. Прям слишком. Очень уж мало. Мы вернемся на хаос. Поспим там еще денек. Кстати, да, надо собрать водоросли. Было бы неплохо. Вообще нет, было бы неплохо здесь поспать. Потому что меня застанет врасплох это... Где тут наш остров? Здесь. Меня застанет врасплох эта херня. Ладно, на этом острове поспим, да? Или нет, здесь гончие? Или где там гончие были? Ладно, здесь так здесь. Давай. Поплыли. Я успею. Я такой. Герметичность нарушена. Я не успею. Я не такой. Зараза. Ты этакая, ну зараза. Ах ты, лавируй. Вилсон! Нет! Током трахнуло, просто нереально. Знаете что? Мне надо побыстрее на него плыть. Вода прибывает. Рассудок убывает, вода прибывает. Это плохо. Это плохо, блин. Трава заканчивается в конце концов. Нахер, нахер эти волны. Эльсончик, это какая-то суровая серия. Житуха у нас заканчивается стремительно, кстати. Я опять на грани. Мне нужно будет ловить лобстеров. Так, блин, точно, они здесь. Они здесь. Вот это я себе оставил на потом, да? Хреноту эту. Ладно. Ну тогда сюда, а тут обезьяны от меня. Слушайте, у меня везде тут лажа. Просто везде. Ну, наверное, обезьяны уже забыли про меня. Я там где-то с краешку смогу поспать. Рассудок подводит. Рассудок подводит со страшной силой, понижается. Плыви, Вильсон, плыви. Давай, лови волну, лови. Все,
Поймал всю волну, которую мог только себе позволить. Давай. Зараза, а? Надо его повысить, оно ни хрена не повышается. Ладно, я думаю, с краешку тут обезьян не будет. По крайней мере, я на это надеюсь. Я быстренько посплю и свалю. Посплю и свалю. Вот в такой вот атмосфере, собственно, приходится работать. Давай. Спим, 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 спим. Где мой мешок? Где? Где мой чертов мешок спальный? Давай. Спи. Конечно, ты проснулся голодный. Я знаю. На этот... Эй, да ты не то сделал вообще, а? Вот это надо сделать. Так, хорошо. Вы по-прежнему на меня злитесь, суки? Или нет? По-моему, да. И там комары. Кстати, в принципе, я вроде нагреб. На эту броньку... Я ее сделаю сейчас. Ага. Ну давай, давай. Быстренько доплывем сейчас. В принципе, я должен успеть. До ночи, да? Должен. Оп, оп. Ну. Во. Течение хорошее. Здесь. Здорово. Лодочка, лодочка, плыви. Давай. Так, мы проплываем сейчас зеленый остров наш. Нет, мы его еще не проплываем даже. Это ж надо, под боком был, под боком. Как же я мог его вообще упустить-то, а? Это немыслимо. Сколько у нас тут еще дней? 8 дней. Хорошо. 8 дней, это хорошо. Я должен до ночи добраться туда. Картошка есть. Что я буду есть? Я буду есть то, что я выращу, короче, да? Мясо портится, капец. А хотелось бы на нем что-то еще вырастить. Но первым делом надо будет сделать ту броню, чтобы меня не траванули. Да, ведь так. Долго ты плывешь, Вильсон? Долго, очень долго. Без паруса-то оно плывет совсем не ахти. Да ладно, ну не... Не дай бог они меня сейчас отравят. Покима еще ладно, травите. Я не буду сильно против. Он такой, он выживает, выживает... Не-не-не-не. Медуза? Ну да, тут ничего нету нужного мне. А вот это нужное мне. Ох, там у меня, наверное, комаров жопой жуй. Это будет не очень. Будет не очень совсем. Говнецо мне не надо. Так. Так, надо запомнить, что оно возле глаз. Естественно, я сейчас наберусь водой еще, пока добегу. Ой, туда нельзя бежать. Тут все уже затопило. К чертовой бабушке. Так, 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 так. Лес я здесь построил, конечно. Дремучий. Так, ну что ж, пока комаров нету, да? Надо быренько делать эту самую броньку. Но сначала мясо поставим тушиться. Ага, не хватает одной картошки. Давай. Я знаю, родненький. Сука, уже появилась. Так, ну ладно, ничего страшного. Как тут она делается? Дай мне сюда это дело. Ай ты тварь, а! Ай ты тварь! Только не отрави меня! Только не отрави меня, пожалуйста! Сука! Надо ее грохнуть. Да, отлично. Так, и того. Конструкции. Одежда, наверное. Из ракушек. Как он там? Как это броня из ракушек-то? Украшляпа, блин, долбаная. Может, здесь? Жировой костюм? Нет. Летний свежелет, цветочная рубашка. Все не то. Ветровка.
Противогаз. Серьезно? Рогатый шлем. А вот она. Мне не хватает всего-то навсего, да? Всего-то навсего мне не хватает веревки. Так вот, делай. Хорошо. Так, мы что сейчас мы сделаем? Это я, наверное, посажу, если получится. Это мы выбросим. Это мы сейчас съедим. Да, я знаю, что понижаешься. Я знаю, что ты понижаешься. Давай-ка, наверное, я посплю еще денек. Хотя нет, поставим готовиться сначала. Так. На картошке. Да, а поспать-то мне не с чего, да? Или есть с чего? Есть. Отлично. Хотя зачем я ее сделал? У меня же там есть. Ладно. Спим. Короче, спим. Ох, это сурово все. Как-то. Я знаю, что ты голоден. Алло, гараж, я знаю это. Все нормально. Все нормально, Вильсончик. Ты перестань меня так пугать. Так, что у нас здесь? Факел. Надо забрать отсюда зерна. Ага, это надо тоже здесь бросить. Эти зерна тоже, наверное, здесь бросим. И вот эти бросим. Комаров там уже жопой жуй. Просто. Офигительное количество. Итак. Нет, не надо сюда ложить, пока он еще не искрится. А он пока не искрится. Мы оденем эту броню. В ней меня не должны отравить. Будет очень здорово, если так и будет. Собственно, жрачки у нас здесь хватает. Давай собирай это дело. Съела опять ты, тварь, а? Давай, готовь. Проверять, вот честно, не хочется вообще. Желания нету проверять, насколько она устойчива. Эта броня имеется в виду. Короче, как-то так. Казан готовит сейчас у нас здесь жрачку. Приготовил уже. Суки, они пролетают через это дело? А я думал, не пролетят. Ну, в принципе, я немножко поднял здоровье. Но как-то совсем чуть-чуть. И это плохо, что совсем чуть-чуть. Еще приготовим, давайте... А где тут мясо? Оно уже сгнило. Паким, а у тебя есть что? Есть, конечно же. Ты же мой Пакимыч. Да. Так. И вот из этого дела мы сейчас сварим себе еще одних тефтелек на разик. В следующей серии я, наверное, поеду искать лобстеров. Кстати, да. На это дело нам нужен парус. Парус делается еще из этих штук. Так, ну хорошо. Как они меня окружили, эти комары, капец. Просто. Офигеть, как окружили. Ладно, ну что же, приготовили. Эта серия была насыщена всем. Всем, чем только можно. Я здесь и воевал, блин, и с обезьянами, и с гиенами этими долбанными. И вернулся на тот остров, где они есть, блин, очень противно получилось. Ну, блин, забыл, совсем забыл, что они там. Думал, что они на другом, потому что все оно похоже. Но, все очень хорошо. Я сделал то, что хотел. Я сделал броню под конец, конечно же, как всегда, под занавес, но все же. Так что все очень здорово. На этом будем завершать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер. Ставьте лайки, комментируйте. Делитесь с друзьями. И бай-бай!